Эта трагедия стала второй за неделю, когда на территории региона в результате утопления погиб ребенок. Сначала в канаве у собственного дома 23 мая утонул 3-летний мальчик. Вторым происшествием, которое случилось в субботу на территории базы отдыха «Санрайз», на данный момент занимается Тейковский межрайонный следственный отдел. 6-летний мальчик проводил уикенд вместе со своей семьей. Пока мама присматривала за младшими детьми, а отец отвлекся на разговоры с братом, ребенок упал в бассейн. Мужчины достали мальчика из воды, однако спасти ребенка не удалось. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Действиям должностных лиц базы отдыха будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.